На территории города с января по сентябрь произошло 29 пожаров. Это на 3 меньше, чем в прошлом году. Почти все возгорания происходят от неосторожного обращения с огнем. Это нарушение правил эксплуатации электроприборов, газовых плит, неисправные розетки и курение. Погибших на сегодняшний день в этом году у нас нет. Пострадавшие есть. То есть получили ожоги, но, так скажем, не такие серьезные. Вот, поэтому, слава богу, все обошлось. Чтобы потушить пожар дома, необходимо сначала обесточить розетки, вытащить вилку. Делать это нужно быстро и без паники. Если же огонь воспламенился за считанные секунды, незамедлительно нужно звонить в МЧС. Самое главное у нас сначала для граждан спасти себя. Вот, и хоть и написано во всех правилах принять посильные меры, то есть это не рискуя своей жизнью. То есть у нас город небольшой, приезжаем мы достаточно быстро на все происшествия, поэтому не нужно рисковать своим здоровьем, вот, нужно покинуть помещение, сделать все возможное, чтобы эвакуировать всех, кто находится рядом с вами, и, соответственно, ждать, встретить нас и сказать, что где горит, чтобы наша разведка была быстрее проведена и приняты самые первые меры по тушению. Сотрудники МЧС напоминают горожанам, что стоит быть аккуратным с огнем и на садовых участках. Сберечь себя и свое хозяйство от пожара – это не нарушать правила пожарной безопасности. Сжигать мусор, палки и другие вещи в безопасном месте, вдали от легко воспламеняющихся предметов. А также иметь под рукой бочку с водой или огнетушитель. Ирина Вшегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.